Прием детей проводится в фойе детского сада, обрабатываются ручки, меряется температура бесконтактным градусником. Дальше деток забираем и сопровождаем с воспитателями до группы родителей. На территорию детского сада в помещение мы не пропускаем. Таковы реалии сегодняшнего дня. Лишние контакты могут нанести угрозу здоровью, поэтому из-за введенного режима самоизоляции в детские сады приводят очень мало ребятишек. Но это не отменяет требований повышенной безопасности, и воспитатели дают детям необходимые навыки. Объясняем и показываем, как правильно обрабатывать руки, как пользоваться средствами защиты. Проводим беседы. Один из главных способов обезопасить себя от вируса – обработка рук дезинфицирующими жидкостями и ношение медицинской маски в людных местах. И тут возникает проблема – дефицит этих необходимых средств. Средства защиты, антисептики, маски пользуются повышенным спросом. Их проблематично купить. Маска, которая нам не представлена, и средства для рук были предоставлены нам родителями. И на подмогу заботливым родителям, а также воспитателям, которые работают в дежурных детских садах, пришла компания «Фосагро», обеспечив их всем необходимым. Хочется сказать слова благодарности «Апатиту», который в трудную минуту оказывает поддержку. Поддержку не только нам, взрослым, но и маленькому подрастающему поколению. Дежурные детские сады функционируют в разных районах Балакова, чтобы горожане, которые вынуждены работать в период самоизоляции, могли не беспокоиться за своих детей. На сегодняшний день функционируют 5 детских садов. Их посещает около 130 малышей. Если будет потребность у родителей предоставления места ребенку в дошкольном образовательном учреждении, родителям необходимо обратиться в дошкольное учреждение, которое посещает ребенок, и написать заявление. Ну а о том, чтобы в дежурных детских садах соблюдались меры профилактики коронавирусной инфекции, побеспокоится компания «Фосагро», которая уделяет много внимания борьбе с пандемией. В городах присутствия своих предприятий «Фосагро» оборудует лаборатории, обеспечивает масками и специальными костюмами медиков и сотрудников завода, закупает тесты для определения инфекции, потому что только такие серьезные меры помогут избежать распространения опасного вируса.